Привет, друзья! С вами снова я, Брэд ТВ. Сегодня мы делаем обзор игры на Subway Surf. Да, игра, конечно, устаревшая, но с каждым разом, когда она обновляется, она становится лучше и лучше. Кликаем на Subway Surf. Немножко поиграем, немножко расскажу о ней. Игра хорошая. Вот, видим основную заставку Subway Surf. Venice Beach. Ну, походу... Венеция и пляж. World Tour. Ну, понятно. Это у нас все будет. It's okay. Сразу убавляем громкость. То, что начнет орать скотина. Что бешеный. Вот, все. Громкость убавили. Ждем, пока игра запустится. Сейчас немножко поиграем, немножко расскажу. Так, так, так. Видим тут чувачка, который у нас самый первый, мы в него играем. Потом видим девчонку, это Трикси, ну ее тоже надо открывать, там собирать, по-моему, шапочки на нее. Что-то около 50 шапочек, и мы сможем открыть Трикси. Да там хрен его знает, кто говорит сколько, ну сейчас посмотрим. Сейчас игра загрузится, и мы посмотрим. Что б я хотел еще рассказать об этой игре? А, да. Скачал эту игру на Play Market. Ссылочку оставлю под описанием. Вот. Так, видимо, он у нас рисует что-то. Так, нажимаем Me. Ну, то есть я. Вот, мы видим у нас, какие здесь есть головешки. Дина. Ну, это понятно, короче. Дилан у нас за 95 тысяч. Японский бог. И куда же они такие дорогие? Фризи за 100. Мама моя, за 150. Король за 80. Ну, лох, короче. Люси. Люся за 7 косых. Ниндзя за 20 штук. Ну, дурачок сразу. Текбот за 12. Таша за 30. Зоя. Ну, Зоя зомби дура, короче. 120 косарей за нее отваливать. Принц К, самый, твою мать, самый дорогой, 980 тысяч. Охренеть. Ладно, так, выбираем борт у нас тут. Мы можем выбрать скейтборд, который себе, ну, типа того. У меня, видите, вот все. У меня со звездочкой, хотя раньше этого не было. Можно выбрать любой себе скейтборд. Какой вам только понравится, можно себе... Выбрать такой прикольный с зеркалами. Можно доску для серфинга вообще урочная. Ну, короче, ребят, видите, здесь все можно это выбирать. Если вам это надо. Можете потом сделать, покрасить. Ага, это та-та-так. Ёпта, не наливайся. Почему-то еще и понимать поэтому. Китаянско-английскому. Короче, ну, нажимаем вот топ-ран у нас. Нажимаем топ-ран у нас. Ага, хрен, что я скажу, где. Извиняюсь, это интернет, а в шоп заходим, в магазин. Вот, мы можем, ребята, купить себе хоуборд за 300, это один. Потом мистический ящик 500. Скорбустер 3 косаря. Хедстарт 2000. Также можем прокачать джетпак, супер шейкерс. Ну, это супер прыжок, потом магнит. И мультиплеер. Ну, короче, удваивает там все нафиг. Так, Ярн Коин. Заходим тут, оно тут. Понятно. Получаем бабки. Тут мы можем купить. Ну, это за деньги. Нафиг оно надо. Короче, выходим сейчас, поиграем. У меня, видите, рекорд 19 929. Все простенько. Ничего не изменилось. Ой-ой-ой. Телефон чуть подлагивает, но это ничего. Так, игрушка сама по себе прикольная, ребят. Вспомните, была версия этой в Рио, бегали. И где только, и Хэллоуин, и где только они бегали. Ну, короче, игра популярная, потому что это раннер. Наподобие ее выпустили очень много игр похожих. Даже в... Ой-ой-ой, да
забегался. Короче, если проиграли, можем использовать один ключик, вот как я. Даже в игре мой Том, Анжела и тому подобное, раннеры все косили под Subway Surf. Можем опять использовать два ключика, побежать. Ребят, игра хорошая. Что я могу? Ну все, попались, больше не буду тратить. Ничего особо такого не могу сказать, то что она голимая. Вот у нас ящик открываем. Trixie Hut. Так. Ага. Походу бабоньку открыли. Сейчас мы заранем. Ай-яй-яй, побежали опять. Видите, ребят, рекорд у меня 19 копейками. Тяжеловатенько его побить. Ну, это если все от вас, как говорится, зависит. Тут у каждого умение, скорость, внимательность, рефлексы. Ну, как говорится, всего понемножку. Опять твою мать, врезались. Как бы особо больше все, ребят, что еще мог бы рассказать об этой игре. А, точно, мы же Trixie выиграли. Вон у нас ключик светится. Нажимаем Collect. И тут она... А что нам тут попадается? Баллон и три ключа. И что это мне дает? Это мне ни хрена еще не дало. Ладно, подождите, где там триксометр этот, которого мы эту козу выиграли. А я ее даже не вижу. Вот она. Вот так мы эту пудру можем переодеть. Ого-го, за 25. За 40. Да ну, слышь ты. Головешка, все это и дорого. Сейчас мы пробегимся Trixie. Давай Trixie. Посмотрим. Ну, Trixie бегает чуть побыстрее. Вот эта шавка с этим пузатым козлом, как он еще вообще бегает, как его мать природа носит, дурачка. Хлопнулись. Если используем, берем этот скейт, ребята, и врезаемся, то мы не проигрываем, просто получается, что у нас все убирается. Видим, с него летят звездочки, это тоже можно все сделать, чтобы так было с ним четенько. Будет красота, лепота, милосердня. Как-то так. Видите, ребят, в этой игре тоже много обновлений. Залы для качков. Колесо обозрения, как парк развлечения. Ну, короче, нормально так обновили разработчики. Они не перестают удивлять, если честно сказать. Все, как говорится, все в огнях, все на изи. Все отлично. Ну, как бы, что еще могу рассказать? Рассказать как бы особо больше нечего, блин. Такого сейчас вот продую, там снесет меня мама. О, мама моя родная, паровоз меня снес. Ну ладно. Так, что еще? Ну, как бы на этом все, ребят. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, советуйте друзьям. Также в комментариях советуйте, что снимать. Больше особо как бы ничего не знаю. А, да, ребят, чуть не забыл. Подписывайтесь на мои группы ВКонтакте. Буду очень благодарен вам, если вы будете подписываться на них. Ну, как бы все. Всем, ребят, спасибо, всем пока, до новых встреч.